Dacă aveți genți mari, le băgăm aici. Nu, nu mari, că sunt pe eu, că le pun genți sărui de-a dată. O să vă opriți din când în când, o să aveți acces la bagaj. Nu, nu. Două zile. Ușor, mamă, ușor de copil. Можно там есть панкерс, можно я заберу. О, la pauză o să iei. O să faceți o popas, o să vă opriți și o să vă luați sumca. O să vă opriți. Acum trebuie, da? Da. Atunci dar du-te partea aceea, da, atent, copilul lasă-l aici. Этим же автобусом, на боком, да. А багаж куда складывать? Вот здесь. Или с этой стороны можно. Да, Виктория, я ушла автобус. Да. Парирую. Îmi pare rău, na, n-am știut că e așa. La autobuz. Ești la ușă. Da, da, da. Da, da. Bine. Bine. I don't know. Yes, it's different. Yes, it's this. Вы знаете, куда вы едете? Да, в Германию. Просто смотрите, я так понимаю, что они разделяют багаж для того, да, чтобы потом, да, легче было. Да, и Виктория только что это сказала. Знаете, уже с собой город едет. Дин Николаевой порнит, да? Да. Что он ты душ? La Germania. На Германии. Ай, Руди, кунускут около. Нам ее пинеми. Най пинеми. Нам пинеми. Это принеска дар строение, немца с принеска. Да, да, да. Но им виду чем ла немц. Ла немц. Dar și nu rămas acasă. Pe noi, nu vă mai ușit de nimic, gata, aici nu-i război. Și nu rămas acasă. Aici, unde? Acolo, în Nicolaev, în Ucraina, cine rămas? A rămas, ghidul meu a rămas. Că soțul Matalii a rămas acolo, dacă da? Dacă și jiu gine, dacă... Dar și n-ai contact cu el, nu vorbești cu el? Nu, eu am crăit. Vorbești, am o găgrăiești, a, nu știi dacă și jiu, a, și, da, poate și pașii de grabă. Dacă îi vine eu... Poate nu l-am pușcat pe dânsul, poate, poate nu l-am pușcat, poate s-a păzit și s-a terminat războiul. Poate Dumnezeu mare. Dumnezeu e mare. Cum te numești? Vragi Luba. Luba Vrabie. Da. Da. Ce nume aveți? Românesc. Știți, da, ce e Vragie? Da. Vragie. Vragie? Vragie. A, dar românească familia. Românească, da, Vragie. Românească, da. Drum bun. Mulțumesc. Sănătate. Mulțumesc. Eu tot am atât. Da, da, mai bine la YouTube, curaj. А, да, это гуд. Эй, сэр гуд. Ручка. Па, па. Бабушка, чао. Doamna Vrabie se duce în Germania. Eu rău grăiesc pe moldovene, pe română. Я могу по-русски объяснить, если надо будет. Ай, по-русски, откуда поехали? Я приехал с Белгород-Днестровского района, Одесская, Одесская область. Да. У нас там на Затоке очень сильно стреляют. Я очень, мне жалко очень людей, потому что люди там гибнут каждый день. И Путин, остановите, пожалуйста, эту войну. Я против этой войны. Пожалуйста, остановитесь, люди. Бог придет на землю, и все будут отвечать за это. Боже, пожалуйста, останови эту войну. Люди добрые, проснитесь. Проснитесь, потому что люди гибнут. Очень много людей гибнут. Проснитесь, пожалуйста. Спасибо. Это все, что я хотел сказать. Больше ничего я не могу сказать. Там люди очень гибнут. У меня даже слов нет, что говорить. И здания разрушают, и все. И здания разрушают. Люди остаются без домов, без документов, бомжами. Становятся, не знают даже, куда идти, и... Последний хлеб кушают по 3-4 дня, один кусочек хлеба. Не знаю, я не знаю. Блин, остановите, пожалуйста, эту войну. Я не хочу ее. Там люди очень сильно гибнут. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста,
увидьте меня и услышьте, пожалуйста, я прошу вас. Да будет мир. Да будет мир во всем мире. Во всем мире и особенно в Украине. На всей планете, и особенно в Украине, потому что там люди гибнут. Слава Украине!